Сегодня мы представляем вам вторую версию нашего фильма «Лезвие бритвы». Вместе с вами мы поднимемся вверх по нашей таежной красавице по реке Зея. Это север Амурской области. Водопадами Зея спускается с основного хребта и течет до своего впадения в реку Амур. В этой версии мы убрали посторонние фоновые звуки, музыку, различные комментарии, для того, чтобы вы могли насладиться шумом тайги и красивым видом. Верхушку возьми правее, вот над деревьями, вот тут. На одну речку с Игорёхой. Ну, по перекатам, там камни кругом. Видео есть. Ну вот, вот такие вот ловили слиночки. Меньше не было. Блесна, блюкок сработала и аглия лонг от Мэпса. И вот такие вот красавцы. Ну вот где-то за час мы вот поймали 7 штучек. Что делать-то с ними будем? Кушать. Ой, кушать. Сегодня вечером. Гуляй, рванина. Да, сегодня рванина. О, оттянется. А вот и наш ужин 25 августа. Стол, ну я так бы сказал, в порядке. О, бутылочка. Ну и что-то наготовил Игорь. Печень линковая. Жареная. Жареная. Молоки жареные линковые. Линок. А леночек делал по особому рецепту. О, тут, блин. А, я.
это блюдо с сырой рыбы, наша традиционная васаби. Тала, но она сделана с васаби. Васаби я попробовал, васаби на уровне. Ну и борщик, борщик, доедаем борщик. Салатики. Сейчас Лёха сейчас нальет нам по рюмочке, и мы с чувством исполненного долга потом пойдем спать. За ночь вода на Зее поднялась больше, чем на метр. И затопила все косы, которые были у нас тут недалеко от зимовья. Вода в Зее стала мутной, желтой, грязной. Но река Анони оставила нам тонкую полосочку чистой прозрачной воды. Всю ночь мы перевязывали лодку с места на место, чтобы несущаяся сверху лисина случайно не ударила ее. Теперь у нас лодка привязана под самый мостик, до которого мы добирались с берега. А это то, что осталось от косы. Огромной косы, которая была напротив нашего табора. Сегодня у нас с Игорёхой день приключений. Мы поднялись по каскаду небольших порогов и пришли к месту слияния двух речек. Место очень красивое. По дороге насладились видом Сагжуя,
который стоял на берегу и провожал нас взглядом. Следы сагжоя. Обитателя нашего севера. Ой, ляпота. Будто его как зацепило, а? Маленький, но удаленький, приятно. Да. Кедровый сланник растет в этих местах не только на вершинах гор, он растет повсеместно. Мы не одиноки во Вселенной. Да нет. Катамаран какой-то. Слышишь? Ну, веслами по байдарочному машут. Ага, катамаран, ну. Встретили туристов, собратьев. Да, здравствуйте. Мне очень приятно встретить своих товарищей, коллег, так вот, значит. Меня зовут Володя. Дима. Оба туристы заядлые. Не могут жить без тайги. Ну что делать? А вот. Когда в шоке? Вот. Оно не будет щелкать, оно на видео снимает. Да. Нормально. Давай, фотоаппарат еще. Добрый путь. Вечку полетел. Объели, да? Ну, ребята, в общем, у нас поход пятой категории, первое прохождение. А сегодня пошел вот такой, так, до... перевал Тарбалаган и это, как его, и плав легко везде. Легко везде, открытый порог, детские атланты, пятая категория сложности. По реке, Помогает. До свидания. Сегодня ночью была увлекательная рыбалка. Сегодня ночью ловили вот эту вот пресноводную треску. Единственную в мире треску пресноводную, которая называется налим. Ну, поймали вот, вот такой вот экземпляр. Ну, очень, очень приятно. Давно не ловил, давно хотел поймать. Наши вечерние гости. Мошка. Ну или по-простецки. Гнус. Дорогие друзья, мы представляем вам уникальные кадры.
За сегодняшнюю ночь в верховье реки Зеи, где мы находимся, поднялись более чем на 2 метра. Я думаю, такие кадры, вот как сейчас, вы не увидите нигде. Блядь, как оно, блядь? Это река Зея, как она выглядит сейчас. Буквально вчера посередине реки в этом месте была огромная каменистая коса. Мы поднимались несколько метров вот по этой лестнице, чтобы подойти к зимовью. Теперь наша лодка привязана почти у самого борта. Здесь мы видим чистую воду, которую дает правый приток, река Анони. И дальше идет желтая вода реки Зея. Трудно недооценить скорость течения, с которой течет вода. Это огромный разбушевавшийся поток. Вот на что способна наша дальневосточная красавица. Повсеместно, везде, вся река такая. Это еще возможность достать камеру, а то еще хуже. Воды под самые-самые борта. Вода поднялась больше, чем на 3 метра. Ты, во-первых, общий вид застрелил. Обязательно, обязательно. Средство спасательное. Ну и остальное. Да, кстати, вон тот катамаран тоже. Катамаран, да, засними. Вещь хорошая. Главное, легкий. Нет, я тоже экстремал, но я вот на такой бы не пошел в жизни. Вот. Почему? Не знаю.
Уже в Бамнаке мы заметили сидящую на дереве белку. Как она попала в поселок, непонятно. Но вот посидев немного на дереве, она перепрыгнула на электрический столб и убежала. Вот 25-ка она получается. Он так уже был. И, конечно же, мы посетили могилу проводника Григория Федосеева, его верного друга Улуки Ткана. Да, мы не все учим.